хорошо, желтенькие разминаете, молодцы. Плох тот футболист, который не мечтает играть в основном составе. Юные воспитанники Шинника 97-го года рождения провели тренировку под руководством главного тренера ярославской команды, а также продемонстрировали, на что они способны. Ребята очень ответственно подошли к тренировке, старались. И хочется, конечно, чтобы, как сказали, таких тренировок было больше, потому что очень интересно посмотреть на школу Шинника и какие ребята тут воспитываются. Вместе с юными дарованиями занимались и несколько игроков основного состава «Шинника». 16-летние спортсмены выполняли все указания Александра Михайловича. И, как признался главный тренер, он выделил для себя несколько талантливых мальчишек, а одного из них в ближайшем будущем планирует подключать к тренировкам с основной командой. Рассказали им на теоретическом коротком занятии, чем занимается команда, какие у нас требования, принципы организации тренировки, принципы организации игры. И постарались после теоретической части подкрепить это тренировкой, в которой эти принципы должны были реализовываться на поле. Тренировка понравилась, конечно. Различные интересные упражнения были. Что-то новое мы почерпнули из этой тренировки. Данное мероприятие позволило тренерскому штабу лично оценить подрастающее поколение ярославцев, а футболистам Шинника познакомиться с требованиями, предъявляемыми профессиональным игрокам. Денис Муравьев, Сергей Мазилов, Я Новости.